Слюна, блядь, со стояком, ну. Слюна на стояк капает. Для удобства. Да ему 220 достаточно, он, блядь, 220 надо. Вещи делает. Он специально говорит, я больше 220 не буду одевать, принципиально. Так, там мира. Пошли посланника Титана, сделаем тебя. Ой-ой. О, Вярочки, нихуя ты напомнил мне, сейчас разбогатею, куплю себе тоже Вярочки. Да. Да, они меня зафиряли, чисто, они меня тупо попускают вниз, не могу. Смотри, я вообще из койла не выхожу просто. А, ну понятно, я в ПВП талантах, оказывается. Что говоришь? Бегну сейчас. Главное не забудь, а то я в ПВП талантах, оказывается. А там разница. Ну, блядь, да уже только под себя даешь. Посмотри, вот, посмотри, Спок Ромик что творит, у него 4К абсорбан, у всех просто ебёт. Вот трэш. Просто лютый тип. А кем играл на церкви? Я только ник помню, больше нихера не играл. Ромик? Он друидом играл. Потом. У него там дохуя чара. Я говорю, он ебать будет, он сейчас Т-10 еще возьмет, он вообще охуеет. Там трэш тоже, да, стоит? Или нет? Да, стоит. Пока там это, я меточки поставлю. Как сможет? Азерет. Крепкие мужчины есть на кубы. Так, у нас Нойка есть. Звездочку. Я видел в прошлый раз Войджа. Я думаю, он и сейчас сможет прожать печеньку. Ну, Бетти может, да? Бетти может? Да. Бетти прожать. А тебе шо, Рога, тоже ты хочешь куб прожать, Рога? Чё говоришь? А, там Рога суп бросит. Да я вон Рогу спрашиваю. Чем куб почистили? Кто там на БГ был, заканчивайте, шкаф поставьте. Погнали, так, еще одну меточку надо на Луну. На Луну, на Луну, кого бы поставить? Максим Файера поставим на Луну. Прожимаем. Я в танке, да? Да, вот же, Брюс, тогда спекайтесь в танках, хули делать. Мы тогда втроем на боссе, Спок на трэше. И, не, Рога, тут нормально все нашли. Короче, получается... Войд, Бетти, Мейка, Максим Файер и Брелкан, пацаны, прожмете кубы? Вы все же прожимали? Прожмете? Отпускать только по команде. Раньше времени не отпускал. Ни в коем случае. Даже если, блядь, вы в луже там или еще что-то, вообще не отпускать ни в коем случае. А так, по боссу... А, это первый раз здесь линканули или до этого линковали? Линковали. Линковали, да? Все нормально. Мы добирали в терпении.
Так, він мунти села. Так, по босу, короче, в лужах не стоїм. Ка на юзері кастері на вас дебаф вешається. Он висит 10 секунд. Когда остается 2 секунды, прекращайте заклинание применять. Вообще, все заклинания. Баф спадает, и дальше применяйте заклинание. По трэшу с левого портала, вот где я сейчас бегу, выходят архидемоны. Я ставлю метку. Сразу архидемону пизды дали по метке. Проклятие, срейды, диспейд. Сейчас я дам каски. Вот с этого портала выходят гитаристы. Я ставлю метку. Мы его таунтим, гриппаем. В мелизону по одному мобу и также заливаем. Они белые лучи выпускают из себя. В белых лучах не стоять никому. И вот здесь вот бесы бить только по команде. Первый гнев дам. Да, Шретрик, ты смог. Смог краб, ты тут? Смог краб, Ретрик. Короче, ты первый гнев дашь бес. Я второй дам. Коли Павлос, еще третий дашь на подстраховке будешь. И ретри кулачки по рыбе раскидываю, я карточки раскидываю. Там рыбка стояла за воротами, я думаю, все поели, заходите все за вороты. Я сейчас буду пулять босса. Как только каски раздам, сразу пульну. Вот вам отчет, ребят. После тебя кто забирает? Да, ты забирай, а вот же к третьей пускай. Все, поехали. О, легкий как раз. Первые на пулы в Sony Ericsson на босе, в смысле. Че, я зависит? Блять, у меня интернет подводит. Повиси, может, ты отвиснешь. Ну да, но я же зайду, да, по-моему, сейчас можно заходить. Ну да, тем более еще 2 минуты. Нормально. Да. Давайте с трэшем там разбирайтесь. Гнев небес, вся хуйня, прохил. И это нормально. Ну, ДЦ пока топ-1. Ну, я не сомневался в нем. А, я даже в бою прям здесь оказался. Блять, наконец-то они это реализовали, нахуй. Когда вылетаешь ненадолго, что ты в бою тут оказываешься. Я прям не нарадуюсь. А что у нас ДПС не хватает? Не ври. А еще я этого Азилета обогнал. А это можем. Сейчас еще квин. Сколько это там? 43 секунды. Бля, Ромик просто ждет, ебать. Да ты не одевайся, Ромик, ходи так просто. Еще. Это будет фишка такая. Ильдейская. Смотри, он просто, откуда у него там столько силы в щитах, я понять не могу. Ну, просто пальцы сильные. А, цель. Да ничего, нормально, я уже могу. А надо ему тогда по КД с Иннера давать. Да, конечно, и... надо, спасибо. Всем привет, вы чё, куда пошли? Нормально. Мы маги игрой пошли. Эй. Винда, походу, слетела или чё, не понимаю. Чё-то комп не хочет работать. Ну, Геру, Геру, и в босс играем. У меня, короче, рейд-фреймы, прикинь, не обновились, и я не вижу вообще рейд. Чисто не вижу. Ну, я порулю маленько. А, я смогу стандартный включить. Вон, всё. Включи. Холливуду ебаная, это у нас же в бою не обновляется. ДБ монету, очевидно. Ну потер, 40 секунд еще. Я. Каждый год, когда там забирай. А, не, ну, я забрал, я забрал, да. А, ты, да? Держи, вот же босса, я потом заберу. Попытали меня. Каст сбил? У него был каст, и он сбился, ты видишь? Да, вот и в прошлый раз такая хуйня была. Я из этого затаунтил. Нихуя, прикол. 10 секунд до кубов. Кубов приготовили. Возле кубов встали, стоим, ждем. Час прошел. Угу. Готовимся, нажали. Прожали, кубы держим. Отпустили, отпустили. Что, первого сразу выйдем, видишь?
Да, я сразу заберу его. Череп поставил, рейд в череп сыграли. И отведите маленечко оттуда босса, пацаны. Пок одного от за... Я дам рейд. Да, меня с этот... Застанет. Вот это... Вы бы отошли от босса. Там череп стоит, играйте в череп. Прям. Вот там ты в луже лежишь, нет? Если нет, вставай. О, везде лужи, я отведу сейчас. Да. Андрей, подними его самое, только не в лужу, конечно. Череп просто. Иннер сразу ему скали. Сколько до кубов? 23 секунды. Играем. В моба играем. Заберешь? Нет, не заберу пока что. Я, да? Я забрал, все беру. Сайт. Мать вас просто смысл. Моба, залейте последний. Я упала, подниму. На кубы встали, на кубы встали, на кубы встали. Прожали, держим, 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 держим. Ну, пипенька. Держи, держи. Все, отпустили, отпустили, отпустили. Отошли оттуда. Отошли оттуда, отошли. Не бейте бездну. Не бить их никому. Стража тоже не надо бить, который здесь стоит. Да, он уже умер. Давай я подержу брюс. Угу. По боссу играем чисто, по боссу. Все, кончились. Заходовайте в бесов. Подошли сюда, все в бесов сыграли быстрее. Забирай. Суицидальный, подними Аргуса. Это вар. Твердой пати. Редрик, готовься, я скажу когда. Давай, Ретрик, нет. Прям сейчас. И я второй дам. Дам второй. Все, добили трэш быстрее. Холик, готовься, если что дать. Сейчас. Давай, Холик, 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 Холик. Забирай. Держу, держу. По боссу играем. Сколько до кубов? Да я не вижу. Секунда. Все, вот. Да. Подошли, подошли к кубикам. Стоим, ждем. Прожали. Прожали, отпустили. Все, отпустили. Опять бесы появились. Опять по боссу играем. Да я не знаю. Да не дамажили там? Ты дамажил, если подними, кто из них дамажил. Не, ну вар, ну хотя хер его пойми, уже в небе не прошло много. Который Аргус, да? Ну да. Лесничий Аргус. Все вышли с пол? Нет, все. Сейчас последний выйдет. Все, ребята, давайте в трэш. Навалились. Последний вышел. На трэш всем рейдом быстренько навалились. Все, забрай босс? А, это нормально. Вон тому одинокому бесу сбейте касс, чтоб он сюда подошел. Сейчас я кинул ему щит. Идет, идет. Редрик, готовься, я скажу там. Забирай. Забрал, забрал. Еще рано. Еще рано. Давай, Редрик, сейчас. И я второй даю. Все, они умер. Как раз босс перевелся. Коли, Коли, успеет, ну? Нормально. Я цель дал. Видите звездочку, ребят. В босс играйте, только в лужах не стойте, будьте добры. И заберите босса. А сейчас заберем. Этот брюс отверни, там тебя выкинет в тексты, не дай бог нахуй. Не, меня так нахуй вылетело. БР есть? А, ну нам не надо, в принципе. Нас он не нужен, но... Я же брюс. Я тебя спок понял. Ну да, иди там, чайку себе налей. Там лужа, да, на потолке он тоже видит, да? Ну да. Просто... Она по-любому должна косать. Мейка и Бейти лучше там лужа, да, пацаны? Все, все, вышли, вижу. Сейчас спок забираешь, да? Да, да. Я забрал. Это какой-то плотный магик, обычно против. У нас ДПСа поменьше сейчас, чем обычно. Ну да. Ну-ка вот же, дай-ка мне его подержать.
Давай. Попари там маленько. Ты хочешь под бафом пережить? Нет, я его сейчас так передал. Я в лужу кинем. Нет, там лужа должна еще надамажить маленько. Дай-ка подержать. Я так просить чисто. Луж Рома, Ромас, а, все, вышел. А с Айсбум, или как, у тебя Айсбум выйдет, и суицидальный тоже в луже стоишь. Ты хочешь? Я потанчить хочу. Пока не умрешь, да? Я не умру. Там, блядь, все луже позалило, на. Да. А, я понял. Этот, суицидальный подними, я луже, пожалуйста, друида. Он в КД у него, луна, поднимай меня. Квин Мунта, да? Да. Себе готов. Понял, короче. Забирай вот жук. Я тебе сейчас протоспок дам. Поднимай. Мне нужен под каждый, да. Прям под каждый. Рома, бафни стамину по рейду или друидам там. Чисто точечно дай. Не, без дебафа, то пофиг, я стою. Вот я могу стоять до конца, потому что я мощный отмен. Да ты, боже, сдохнешь. Он фишка в чем? Он типа делает удар, ну типа вешает дебаф, делает удар, я подлетаю, он мне в воздухе еще догоняет удар. Вот два бы были, я бы выжил. Ну вот я сейчас так и сдох, просто через этот даже. Блок щитом не помог, нихуя. Ну он тебе дает, а там хрен ты маленько, ты че, он режет. Что-то мне тычка прилетела в 53 косаря, бля. Эти пацаны, я все понимаю, там берсажи у босса, она скоро? Не знаю, не видно. Не, а минут 3 минуты еще. А, по 10 минут. Ну все, нормально. Нормально. Тут что-то прям совсем как-то вяло-вяло. Вялые ДПС там. Ну, вообще прям. На груле легче будет. Наоборот, надо же быстрее убить этот вот. Любой там флаг. И там долго бьем. Там-то сайдж один будет там что-то. Грула и. Короли, да. Короли-то припотеть, а этот хуйня делов. Вы тут на груле в ДД вот же и Брюс будете, там Спок и кастеры будут закрывать. А, блин, у меня промах опять. Что такое? У тебя ЛПшка и пром? Да, у меня 7% только есть хита. А, ну да, мало. У меня и ЛП-шкой промахи, и танком промахи бывают. Ты гриппой? Гриппом, поэтому и гриппом делаю потом, когда да, у меня промах. Грипп и туда уже вхуяриваешь ротацию. Даже гриппом забрал, когда мисс был. Падает наруч, не падает. Блять. Нихуя просто с маной не выпало, пиздец, бред. Можно записать ролл, да, на будущее. Богов много, просто. Придется в конце рулить. Сумочка вот эта, нужна 20 слотов сумка. Я знаю, кому она нужна, 100 пудов. Вот так вот. Разролл был, ну только токены попозже, а это вот еще линковал, это же разролл. Тебе надо что-то по башку там, да? Плащ ты проиграл же ролл, там выиграл Варова. Посередине, на медведя.
Жирный сиськи. Хуй. Да-да-да. Сколько с хлеона очков доблести падает? Бля, хуй знает. 3 сотки должно быть, не? 3 сотки? Ну, обычно. По 150 за БЧ и 3 сотки с хлеона. Просто, блядь, с него лут, типа, 271-й, с лича, по-моему, падает 700 АД, если я не ошибаюсь. Не пятихатка, что-то 700 дохуя. Пятихатка, вроде как. Пятихатка? Да, или 475, я не помню. Ну, если по луту, да, ну, хз, типа, где лич, где халион. Но. Что то манекен, что это, да? Не, ну до лича там надо еще пиздец идти. Не, халион манекен пиздец, когда в одном мире бьешь. Давайте бить в двух, вот будет весело. Да, там, блядь, Сайч реально просто посидеет, облысеет там. В мире бы дожить бы до третьей фазы, просто выйти и добить его. Ну. Мы еще для хардкора поделимся на две пати, свет, тьма, да, и это и уйдем каждый в свой диск. Офигенно. Раньше это работало, блядь. Раньше так и делали, чтобы рылы не перебивали друг друга. Это же вообще старина, старина хардкор. Только тогда это в РК было вроде, не? Ну, хз. ТС и РК там. Пик радикал. Проводной телефон. Ну я вот посчитал, он меня не убьет. Герри Халион, он меня не убьет. То есть я выйду и я выжду. С учетом полтинник, зубы и там на третий ревностный последующий дух. Либо дух потом ревностный. То есть что-то из этого. И мне хватает. Там уже материальность падает до 70, и в 60 где-то мы добиваем, если. Тут проще, блядь. Может, даже. Типа, зубы, этот полтинник и бурька, все. По-моему. Ну, или бурька. Бля, а королей мы танчим, да? Да. Я долбоеб, я там в этот соджи спекнулся. А там что, 4 танка? 3 же, блядь. 4. Мы пока бичи, чтобы в 3 танчить. Сейчас я печеньки все 4 заберу с рейда и буду... Один троих танчить. Ладно, я кристалл потрачу на танка. Магазин, блядь, голосование. Штаб же есть. Хотя, по сути... да, их сейчас и... за голосование покупать можно. Да, все равно. Если... потратить их на профу. И... меня сейчас в Доваран ДПшнут и пизды дадут. Меня вниз бросят. Ну вот, если третьего танка сильного, то можно кроша вместе с боссом держать. Тогда четвертый не нужен. Так. Что-то тогда в танка, да, Сайдж? Да будь в танке уже, но так спокойно. Все. Я трэш. Тут все равно бить нечего миликом. Вот на груле можно повеселиться, а так, блядь. По сути, да. Трэш бьет быстро. 30 секунд отойду.
Из-за магика ДКП аддон не дал, да, потому что ДБМ петух. Ну да, петух. Угу. Ну да, я знаю, что у вас тут. Че, может это, бейте со зрителем по десятке срезать за АФК на трэше? Даем, блядь! РТ просто идет. Не ебёт, я ем, блядь. Рано ты обедаешь. У меня 2 часа. А, ты по расписанию, получается? Конечно. Может, наверное, на работе? Хватает диспеллеров, хватает. Мага 2. Собуха. Шаманов, тьма, полежка, еще рыба стоит, ешьте, быстренько подходите. Так, что, брюш, крош, оджик, оджик король туда, стоп двоих, а я олма заберу. Рейд, крош здесь, да, у гейзера? Ты в крошу чаржишься, и там его и держишь, где он стоит. А, ну все. Рейд примерно, ну, для новеньких расскажу, что примерно в луны там стоите в кучке. И это. И хилите, диспелите. Все. Милики, не бейте кроша ни в коем случае. И не срывайте киглера, это тоже важный момент. Очень важный момент. Киглера ни в коем случае не срывать. И еще один важный момент. Нужен крутой разбойник. Это будет Харган, да, наверное? Он крутой разбойник. Харган, сиди на слепоглазе. Хорошо, весь бой сбиваем. У кастр это исцеление болит. Так, а он же отхиливаться будет, пока я рядом с ним. Не проще не будет, этого. Пусть. Не проще шамана поставить. Не, не проще шамана. Они все рестеры. Да. Плюс еще у них, когда элемы бывают в рейде, то есть и Гриш элем, сбей каста, элему похуй, он долбоеб. Поэтому мне проще рогу посадить, который 100% собьет просто каст и все. Поджиг готов? Я сколько элемов просто, блядь, ну, не видел, ни один нахуй каст не может сбить. Так, а чё ауры? Пацаны, ретрик, поставь тогда на огонь ауру у нас, пожалуйста, будь любезен. Я холик на каст, бери ауру себе. Холик. Холипал, бери на каст ауру. У тебя не стоит на каст ауэр. Вот, теперь стоит, все отлично. Отчет. Никто никого сейчас не бьет. Стоим, ждем. Что там, у вас активен? Уже? А, он активен. Геру дали бурст в черепок. Готовимся диспелить. Максимальный бурст рейд. Всем рейдам быстренько бурстим. Диспельте проклятие с рейда. Хилы оверхильте. Проклятие диспельте с рейда. Салагеза с диспельте проклятие. Это всех касается, кто может диспелить проклятие. То бишь друиды, маги и шаманы хилы. Лагеза оверхил. Там это вот же, брат, забери. Или кто там босс? Брелтон, Мейк, один из вас, повесьте проклятие Косноязы. Мне похуй, кто любой сейчас повесит. Косноязы на Олму повесьте. Если не висит, пацаны, не вижу, поэтому повторю еще раз, повесьте Косноязы. Если висит, то все хорошо, молодцы. Обязательно нужно, чтобы висело. Это оверхильди меня, у меня трое, блядь. У нас три танка. Вот же. Он не спекнулся. А чего, блин? Брюс, забери короля, а. Слышишь? Приз жопой в палку, вот, ой, вот где я стою сейчас. Киглера активируй.
Брюс, Брюс заберет кого-то. Сейчас, сейчас заберу. Киглер, играйте, Рэй. Киглера играйте, Рейд. Милики, я бы на вашем месте бы не лез, и сейчас сорвете просто Киглера, и он уебет Рейд, нахуй. Как в прошлый раз у нас было. Припуливайте Киглера Валугеза, пожалуйста. И это, Войд, поставь на, как она, блядь, на тур резист тотем, короче, от природы, поставь тотем. Олм, бурст Олма. Всем рейдам быстренько добейте Олм. Чё собака ушла и стоит где-то в стороне? Ну, значит, три танка смело можно с вами играть. Так и быть. Убедили. Ну да, это считай, типа, целые. Я просто вам не доверял до этого, а теперь доверяю. Там это, Луна, дай по холипалу, Инер, пожалуйста. Азерет по ДЦшке. А что, на тур резист не поставил? Оксан, поставь на тур резист. Вроде стоит. Если пожалуйста, активен. Стоит, а, да? Не, не, это мой родной, не, не, не стоит. Стоит, да, вообще? Не дотягивается. Ну, вот сейчас стоит, я вижу, сейчас 205, а до этого просто не было. Уж я далеко. Медвежатина. А, все понял. Он может не услышать. А вот же в каше, да? Ло, а он вообще пока быдло, но он... Так он на работе же, да? Нет, дома. Ну, дома. А, ну он тогда без ЕП просто за босса и все. Остался. А сбейте или это что? Конечно, жду. А, понял, я просто нервничаю. Ты не нервничай, потому что там рога вообще профессионал. Ладно. Киглер. Могу тебе, кстати, помочь с пол. Давай я заберу. И тебе проще, и мне проще. Всем проще. Если второго заберешь, я вообще чай пойду делать. Ну все, отлично. Только там что-то петух этот кастует, непонятно, что. Не, пока, пока Грон на тебя не убьет никого. Опа, я в овечке. Ну, подержал, хватит. Ну да. Но я вернусь сейчас. Я все, я вернулся в бой. Добивайте бомжа. Че там, Брюс, нормально? Все, про тебя забыли даже. Ты стоишь? Да. Забери его спок вот этого, я пойду с Брюсом хоть обнимусь, 100 лет не видели. Здорово, Брюс, как ты там? Нормально. Да пока не бейте, пацаны, никого. Стрелы зря тратите только. Они денег стоят. Сейчас Киглер будет. Автоатака стрелу тратит, кстати? Стрелы, да, у хантов. ДЦ Инер? А, ну да.
А, Ромик, забыл тебе еще сказать. Помнишь, у меня макрос на цокле был? Сделай такой же себе, чтобы эта мана садится, спамишь, короче, в рейд-чат там и в этот сказать. И тебе пацаны иннер будут заливать, они видят. Ну, я плюс видеть тоже буду, когда тебе надо. Ну, видишь, тебе это делать нехуй, зря в бою. Ты стоишь АФК и на рейд лупишь. А я вот посматриваю там за всякой хуйней. А Зерет же с этим сидит. Он же отслеживает, если мана нужна хила. Ну вот. Это скиллуха, боже, что вы хейтите. Но... Ну, блядь, ладно, пора признать, что Зерет скилловый пацан. Вкусный. Научился. Не, ну не настолько, я сказал просто, что я скиллуха, а не... Заебал, блядь. Ума-то не сходи. Ну ладно, это что? Ну, по крайней мере, вырос в гильдии, как Альхраст в свое время, да, там, и все молодые. Римсон бичара. Mm-hmm. Вот о, так. Ехали. 15 лет стажа игрового. Вот они. Что вот они. Кому говорил, блядь, крошу не бить? Хуй знает кому. Что, сдохли, да? А, ебать, на труп у нас. Братская могила. Нет, Войт и Алогес. Я живой бомбы, аман же. Катоми, Алис, Бурн, там, Азери. Sony, Rock Music, выйди из рейда и Брелком тоже. Бетти, Азерец. Бетти, Катоми, Мейка. А мне в прошлый раз за такую смерть ДКП сняли. Давай, Брюс, давай, Брюс, этот сейф. Оверхил рейда, хилы, оверхилим, рейд, хилим, хилы. Вот же АФК, на него по. Я массу выдал. На следующий я дам сейф. Плюс пал, когда попрошу дальше эту. Мастер Аур. Ну, когда попрошу. Алисенбур, Лагес, Войт. Этот... Арган, Тарий, Алисенбур. Я не проседаю даже. Бетти, Алисенбур и Суицидальный. Холипал, Бетти. И это... Квин Мун, залей маны какому-нибудь хилу, я не знаю, там войду залей, что ли, маны. Я дал сейф, оверхильте рейд, оверхильте. Чё, мастера нам не понадобится, надо всё нормально. Отлично. Вот они, блядь, лежат, раз, два, три, четыре, пятеро, шестеро. Не знаю, тактики из этого прыгнули. Профессионал. Бетти Олдшан. Бетти пролетали. Да я живую бомбу отнесу. Я чё, блядь, я представил такое. А хули ты хотел? Это короли. Это нудятина. Плюс ещё, если трупы и слабый депс. То это вообще долг. Ну что, вся пачка мили лежит вроде, да? Здорово, вот же. Че, нормально все? Где был? Че сидит, охуевший? Плюс от меня ДПС, хер да маленько. Еще пришел ко мне, сиди. Да я-то стакаю, раскол стою, Сандр жму. Сандр, по-модному называют. Да, я говорю, Сандр стакаю. Наказал, да, пацанов? Правильно.
пугов тоже накажем по минус 10 крову, да? Блядь, оговаривалось, я не знаю, что они побежали бить. Нет, да там это, кто-то сказал, раз мы давали в прошлый раз, я просто не помню. Если давали минус, то пускай будет. Пора уже начинать вводить такую штуку. Я говорю, мне недели две назад сняли за такое, нет, а я просто потестить пришел. Давай, что типа пугам, да, вот Аргус, да, мой кап, Джуман, Джин. Всем по минус 10 к роллу, на все. Ой, на все, жирно будет, наверное. Они там в отчаянии сейчас сидят, просто На вот этого босса чисто. Получается, на две печеньки и вот все, что с сундука упадет, минус 10 крон. А вы гоните, блядь, пишет. Ну, там просто... Там в пол лежит, типа. Да, на форум, нахуй, что-то. Пизда. Объяснялось, нахуй, чтоб не вшли в мили, блядь, и сдохли, нахуй. Ну да. Это, что ты хотел? Гоняйте, ну, пацаны, вот прямо... Что-то хотел еще. А, Оджик, ты просто за босса не получаешь сотку. И все. Типа, тебя же не было на бусте. Не было. Ну, норм, да. Все, честно. И они ему минус 1000 где-то. Мне с Акалы с Гера нужны. Ничего. Ты себя резко хайома бей сначала. Да мы убьем. На изи, нахуй. Я в сайт же верю, блядь. Мы 25 человек собрать не можем. Вы просто до третьей фазы доживите в одном мире, и все, и вышли, керу дали, все, его нет. Но? Смотри, за оскорбление этой, типа, Типа, а ты просто, ты должен написать, типа, сорян, парни, я затупил, а не вот это говно, что ты пишешь, типа, бичара просто. Роман, смотри, Роман, тебе надо? Роман, ты посмотри, что выпало, красота какая. Бля, забирай. Просто сыпет тебе, блядь. Он аж умер от счастья, блядь. Я тебе говорю, это прям нормальная тема. Пока что спичит народ. Я в ДД спекаюсь. Да. Ну то, что мы без фаер ауры, там дохуя, типа, приколов. Это... Погнали, короче. Танки тут. Нанеслась, собирай. Аргус какой-то знакомый, ник зеркало, что ли, какой-то. Можно, да. Похоже на то, а. Че, ДКП дал сотку или опять въебывается? Не дал, смотри. Сейчас я Оджику сниму только соточку. Один умер уже. Ты его сотку мне дай просто и все. Кстати, есть такая функция распределения чьего-то ДКП на весь рейд, короче, прикинь. То есть я могу, например, со спока снять косарь и всего рейда этот косарь он разделится. Можно неровно распределиться. Ну, относительно ровно. Поскольку... Но не будет делиться там на, например, не целые числа? Не знаю, может по 33 дать, нахуй. Ну, это такое. Ну, а где хуй, прикинь, типа... Прикольно. Нет, я про то, что дробей не будет, типа 20 там и 5 десятых. Нет, нет, такого-то нет. Не вставайте, у нас еще Эриксон бежит. Ой, пиздец вам. Да я сейчас сделаю. Пока, блин. А чё вы встали? Вы сами виноваты. Я хуй вставать. Лежите, блядь. Там рога еще. Я встану резко. Я просто доверился резальщику. Сами. Там шаман есть, он поднимает. Молотуху можно давать смело. А, уже в КД, бля. А, ну так вы бомжи, потому что вы не ждете рейд. Даете мотоху. Сколько раз говорилось, дождитесь. Вот рыба стоит. И шкаф поставить сразу. Если у нас тут лок есть. А у нас тут лок есть? Да, я резаю лока. Да, я вижу. Брелкан тут есть. Кафани брал, контактничка. И сумонти рейд. Быстренько весь рейд, кто в начале инста там. Рок Мьюзик, Том Бьорн, Суицидальный. Короче, на карту смотрите и сумонти. У тебя ассист есть? Нет. На, сейчас я тебе дал ассист. Поставишь меткой, где удобно.
Только, видимо, один ты, ну, кастера какого-нибудь крепкого. Квин Мун может быть. Она же может закрывать? Нет, он занят под медом. Они там делают вещи. Вихрь, Квин Мун, Азиат, неприкасаемый. Только вихря нету, блин. Сука, вихря нету, пиздец нам. Ну тогда Квин Мун точно под мордой. Она там это закрывает мили справа. Я хз кого? Короче, Бетти на печку и Брелкан, вы на печке будете. С правой стороны там. Когда печка идет, шарик летит, вы отходите. Руки же закрывал Брелкан? Нет, да там Бетти хватит одного. Он пускай просто смотрит направо. Под... О, это под босса, видишь, где босс стоит. Он когда будет уводиться туда, в центр печки, справа вот там. Я сейчас и метку поставлю, что я болтаю. Вот здесь. Посматривай сюда, Брелкан. Вот рядом все, что ближайшее с печенькой, это твое. Будет нормал дым. Вихря заменишь, короче. Все кастеры, закрывайте руки в обязательном порядке. Все, кто в рендже стоит, в обязательном порядке закрывайте руки. Это очень важно. Третья, четвертая группа все в мелизоне стоят. Плюс запасного поставим. Давай, Оксшам, тебя... А, пищу, пролетарий, ты в луну встаешь. То есть третья, четвертая группа в Луне или пролетарий в Луне. Поняли, да? Окчам, ты руки позакрываешь, поможешь кастерам по возможности. И все хилы тоже по возможности поможете закрывать кастерам руки. В обязательном порядке все руки должны быть закрыты. Если вы не закрываете руки, рейд падает. Не надо, блядь, ваш ДПС тут и прочую хуйню вообще. Нет, нахуй. Главное, руки, чтоб закрыли. Я кастки не вижу. А я не давал, сайдж, да, я не давал, потому что... А может или нет? Про руки поняли? Или не поняли меня? Надеюсь, поняли. По поводу мелизоны тоже. Все стоят в Луне, вся третья, четвертая группа в обязательном порядке стоит в Луне и никуда нахуй не выходит вообще. Я босса увожу в печку, вы чуть-чуть под спину можете подолбить его, чуть-чуть. Так как только я его поворачиваю и возвращаю в Луну лицом, вы сразу в Луне стоите все. Чтобы клиф делился и Аскрудар нас не задолбил. Если, блядь, увижу какого-то гения, который за спину бегает, накажу. Дайте кулачок, пожалуйста. Порога. Все, есть кулачок про. И на пулы сейчас все в Sony Ericsson'а. Обязательно. Поняли, да? Отлично. Даю отчет. Не, мы так привыкли. Брюс! Я Брюс. Уже отвернулся, я отвернулся даже уже. Быстрее, Брюса, быстрее, любой. Бомжи ебаные, я что сказал вам? Давай. Иван, стоп мне ты ДПС просто, все, зачем вот этот вот? Не, у меня 95 прокнуло, я уже отвернулся и не бил даже. Давай, сейчас рейд. Просто АФК поставь и все. Косяк. А, нет, это я вайпнул, блядь, у меня неистовство не было. А, ну я же говорю, как хуйня какая-то, я не должен был так быстро набрать. Я не с быша начал даже, потому что... Я сперва дал мортал, потом овер, потом только быша крутить стал. Когда агро набрал, я уже подумал. Фу, блядь. Все равно, короче. Ну, я виноват, базар. Сейчас я дам себе минус, так и будет. Так, отойдите с центра, бегом, бегом, бегом. Там стоят. Да что ты себе-то минусуешь? Смысл? Бывает, бывает тебе. Поднимите, дай быстрее. Быстрее, 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 ребята. Поднимайте рейд.
Оджика поднимайте, вот рыбка стоит, кушайте, рыбка. Я посмотрел, меня самого последнего резнули. Я запомню это. Как, блядь, научиться отслеживать этой бананистов? Почему я, блядь, постоянно его забываю? Как надо как-то... У меня вашка есть на подобный комплект бафов. Да нет, просто... Если пользуешься, могу скинуть. Tell me when, просто надо себе растянуть на все ебало. Все, чтобы она такая, понял, по центру экрана. У меня, когда нету нистовства, она по центру экрана так висела. Чтоб нихуя видно не было. Да-да, чтоб мешало, блядь. Потом нажал кнопку и все нормально. Не мешает, значит, есть нистовство. Я уже который раз, я никогда не научусь. Даже нормальная тема. Опять ты вообще забудешь про нистово, похуй. У меня на роге, если корону кинуть по мне, то это у меня на весь экран Tell Me When корона вылетает. Где она такой? Что там, кулачки, пацаны, есть? На ДКшку дайте кулачок, на Вару кулачок. Там ХХПАУ может раскидать. На ханта. Да, ретрик вроде есть. Но ретрик и дает, ну. На Вару еще такой. Ну и все получается. Отчет. Да, уже прикольно. Там это, Бралкон, присматривай за печенькой, не за звездочкой. Я пулы, ребят, с ним целью, да. Ну, вроде держу. Вроде бейте. Все остальные ДД посматривают за звездочкой. Не, блядь, быша боюсь дать. Не-не, все нормально, я... Не, я ждал, стоял, пока наберешь. Ручки закрываем? Ручки закрываем. Плюс они сейчас еще на пулят, у них откатились на пулу. Там, если Мишка приходит в ручки, вы можете идти дальше заниматься делами своими. Второй, да, ну. Сейчас третий, я поверю. Все, я понял. Ручки закрываем. Ручки сзади РДД. Пошел. Возвращаю в луну, ребята, все в луну. Ну, в смысле, третья, четвертая, это не всех касается. Печка летит, отошли. Брелком, беги. Руки закрыли все. Мили зоми, да? Руки закройте, мили. Зря. Который еле успел, блин. Я аж чуть не родил. Я говорю, там Азерет, и в этот барчик делает шаг назад. И этот, орки, не выходи никогда из луны, тебя не касается ничего. А где пролетарий стоит? Он руки закрывает? Не знаю. Он стоит у нас в миду. Кажется, тоже без лута паренек. Шам, иди это в луну туда становись ты. Ред, руки закрой. Там все, пролетарий уже поздно. Там Шам уже пришел. Это, все новенькие. Вас, если поставили в луну, вы оттуда не уходите никуда, что бы вокруг ни происходило. Вас не касается больше никакие тактики. То я очканул. Сорян, я кинул просто. Ручки закрыли? Ручки сзади РДД закрыли, сзади РДД, хорошо. Пойдет. Ты поднимаешь? Да, да, я поднимаю. Печка летит, Бетти Бралкон, печка летит. Эти люди умерли, потому что остальные дрочат. Бегайте по очереди, все, закрывайте руки. Как медик умер, ручки закрыли? Звезде я закрою, сзади РДДшки. Руки, а, я забрал. Да, вы когда руки закрываете, ребята, там дебаф вешается. Пока дебаф висит, нельзя руки закрывать в тот раз. Если у вас заявление. Отлично.
Если вы приходите в руки с дебафом, да, и кроме вас там никого нет, сдохните. Стойте в руках, не выходите. Если там есть кто-то помимо вас, выйдите. Умрите за нас. Все верно. Там это суицидальный как Иннер откатится, залей по рок-мьюзику. Это приз первая пати. Вам жака с той ровной, хуй знает. Надо тебя было в пятую группу, там тотем еще не ставили. А я сейчас перемещу тебя как раз. Полипало выкину. Все, можешь это. Печка летит, Бетти, печка летит. Я вижу, они как руки закрыли. РДД сзади. Руки закрыли. Так все, въеби тотем на ману, пожалуйста. Рома гимн на ману касту, если не кастовал еще. Все, сейчас будет нормально. О, вижу, кастует. Может, как поставим Геру? Ты же набрал там. Я Геру даю не в игру дело, чтоб они не забыли про руки. Вот видишь, рука хуй знает, закроется, нет? Закроется, закроется. А то я уже в танке хотел еще закрывать, остановиться. Справа, слева там Квин Мун с Бралконом. Типа слева один ряд, они стопудово закрывают. Я боюсь им Геру давать. Пизду пускай без Геру. Там просто сразу глаза в левый нижний угол или где там пацанов прикал. Там какую-то руку я закрыл. Нет. А, да, да. Я баф. Никого не было, потому что в миле. Печка летит. Руки закрыли? Где быдло? А, вот. Ручки. Куда кусается как? Там ну это... давайте Геру, ладно. Давайте Геру. В луне стоит, на перебежках вы тоже руки не закрывайте, вам нельзя. Если вас замедлит и вы не успеете в луну, это будет фиаско, пиздец. Угу. Вдруг запасной тоже выбежал и все. И... да, там мало ли как. Сейчас смотрю, они бегают, подними рука, это пиздец. Кого-то замедлит, такая жопа будет, вы почти босс. Я хочу верхилом его взять, короче, как-нибудь попробовать жестким верхилом. Типа тупо рейд за спину поставить, нахуй. Тач в печку и тупо, блядь, там взять 5 охуевших хилов с ДЦ. И под Герой дать ему пизды просто. Ну это надо тебя, Бурю, там, Винму. Всех, короче, собрать. Чтобы они все 105 были. Да не 105, 4, блядь. Ручки закройте, последние ручки. Ручки. Так, побаловаться чисто. Да можно, прикольно. Чисто прокачка такая, на прощение. Убила. Не любила вся. Ну что ж. Хоть круженца упала. Ролики токи. Так как у нас ребята с ЛФБ, надо сначала выролить, потом... потом буду это принять. Ханс ЛФГ выиграл. Охуел, блядь. Рольчи токен. О, Мишка, сука, не Мишка. Вот бы с пугами такие роллы. Ну ты с пугами? Я веду в ЛФГ, когда собирают, в ГМХ хожу. Таких роллов нет. Блять, а чё, кружку на роли или что? Это там двое 97 вроде. Да, я вижу, да. Брелка на Аргус реролните, пожалуйста, потому что у вас одинаковый ролл. И победа. Третий, так, это четвертый токен. Тоже рольте. Ибо чё за ролл? Врубает на моей зрете. Пятый токен. Рольте. С гильдии кому-то кружка нужна там вообще, нет? Ну, мне только на успех, по-моему.
Или токен анроли. Что анроли? Тип все равно. Ну, хлебал выиграл. Хлебал, заберешь токен у Тони Эриксон, я на себя черепом поставлю. Ну все, я тогда вот это вот анрол, ребят, большой буквально пишу. То вот это вот анрол. Дальше роляем с груля, лут. Кожаная голова. Может, кому-то нужна. Хулипал, ты можешь прямо сейчас пойти забрать у меня токен. Я в груле прям стою. Суицидальный вижу. Головешку хочет. Держи. И кружку тогда роляйте. Ну, Редрик явно нет, но... Там роги в основе, это. Ну, ну и типа варубу чисто можно так по приколу забрать. Так а тебе на танка тут и не надо, ты же на ДД ролишь, сколько я понимаю, Кондратон или нет. Ничего не надо отсюда на танка. Ну, значит, ты на ДД. Я пока у тебя, короче, появляется. Потому что ты же не бесплатно. Брюс, о, да, это был ролл на покалы твои, блядь. Я на покалы сотку ровно бросил. Вот это роняйте. Дракончик такой. Катоми выиграл дракончик. И это Катоми, вот это Катоми. Дракончик. Так, остальное хвам разролил. Теперь ребята с гильдии. У нас второй, блядь, заход на дележку лута. Поехали. А значит, ДКБ полетит нахуй. На где нахуй. Прямо вот ворвался. И все, походу. А вот только шам две въебал. Три, нахуй. Ебанутый, откровенно. Жестко делает. Ну, видимо, можно отчет начинать. Мейка, подходи у меня в вли, ну вот для выбираю. А, он Мейка последняя, кажется. А, ну говорит, а мне тоже последнюю, но как бы я не кидаю столько нахуй. Ну, кому хочется, они берут, кому не хочется, они солят ДКП. Я вот я могу ретрика сядеть, но я не хочу надевать. А танк у меня нет. В эту хуйню. Не вапки, там Т4 танчик спокойно, хуй с ним. Бать, как они вам нужны жестко. Они же каждый КД так. Ну да. Как бешеные, там у всех стояк и слюни капают. На что сливать-то еще? Ну да, просто. Потом там что-то чешка, либо какая-нибудь хуйня упадет, и все ныть начнут. Да, ну там меньше спектр кому нужен. Забирают сам у меня. Сред просто косарь хуярит. Вот мне сдается. Вы это все сдаваться не собирается. Такая третья, да? Да. Подожди. А где у меня еще? А, ну палатинчик выиграл. Ну вот, Катя в гильду ушли. Да. У меня в руки забирайте. На выходные будет Каражангер. Да, погнали сейчас, похуй. Не. Сейчас нету хилов. Нету желания, короче. А Золоман не знаю я. Карагер будет точно в субботу.